Вчера было плюс 5, сегодня минус 23. Что думали, вымыл? Убрал просто в сторону. Но сейчас вымою, не переживайте. Это называется пельмени по-лентяйски. Перчатки, те уже проверял все. Здравствуйте. В общем, купил смесь складочную, 4 мешка и 2 мешка жаростойкой глины. Что случилось, Нюша? А? Что мяргаем? Так, у меня сейчас 6 мешков смеси и 4 глины. Ну, насколько-то хватит. А ничего, слушайте, валенки, ботинки-то отличные, удобные и теплые. Класс. Сегодня вот дубари на первый день, минус 25, вообще тепло в них, у меня 41 размер, я 41 заказал, и все вообще удобно, там чуть-чуть зазор, и это вообще хорошо, не жмет ничего. Кому нужны такие валенки, ботинки, ссылка в описании, промокод там введете, и все, отлично будет. А если валенок нет наличия, нажмите кнопочку «Узнать о поступлении». Огурчики вкусненькие, маринованные или какие, или непонятно, или в собственном соку, возможно. Вкусненько, вкусненько. Картошечка.
прямо из сковородки. Люблю из сковородки, пока жена не видит. А то скажет, как Хрюша кушаешь, да? Куриные шейки, собачки и кошки Нюши на улице, которые. А здесь у нас котлетки. Вкусненькие, наверное. И с пюрешкой. Какая-то пюрешка липкая получилась. Не понял, как так получилось. А, ням-ням, пальчики оближешь, сейчас поедим. Вчера у меня выходной был, ничего не хотелось сделать. Ну а сегодня что-нибудь расскажу вам, что-нибудь поделаем. Ой, что-то я передумал сегодня что-то делать. Поваляюсь-ка я лучше. В общем-то, не удалось мне поваляться. Смотрите, вот это сооружение, если бы было бесхозным,
Его бы давно уже, 100 лет назад бы снесли, разобрали по кирпичикам и кирпичка бы не оставили. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Вот так вот. Так, раствор забыл убрать, на радостях убежал. То, что у меня печка под казан готова, все бросил, забыл. Вода стояла тут, замерзла, лед, ледышка, трындец. Ну что? Навозил я кучу кирпичей. Навозить-то навозил. А сейчас ведь их чистить надо. Не все так просто. Вот отец мне сделал вот такую кирку. Кирку. И будем сейчас чистить кирпичики этой киркой. Вот 28 почти. Было всего 4. Так, здесь я прибрался, чистенько сделал. Здесь тоже убрал остатки кирпичей, сделал чистенько. Сейчас надо вот это утеплить, вот эту железяку. Вот у меня лист пенопласта остался. И еще двери надо пропенить, а то ветер задувает, холодно. И здесь еще вот кирпичики наростил стену, чтобы закрыло там железо. И тепло будет дольше держаться от печки. Нагреваться будут кирпичики. Вот так вот. Ну что, вот так вот утеплили и запенили, и дверьку запенили. Теперь будет теплей. Ну и теперь ждем, когда же эта пена высохнет. Не зайти, не выйти. Блин, уже целый час прошел. Она все еще не высохла. Я же так похудею. Вот трындец. Кушать хочется, однако. Ну что, наконец-то я выбрался. Пойду поскорее покушать, а то помру еще с голоду.
Ну что, затащили 500 кирпичей. И теперь берем кирку и чистим кирпичи. Ну и получается, чистили кирпичи, ну и получается, долго ли, коротко ли, чистили кирпичи, и пришла весна, до того дочистили, почистили. Ну что, время ночь. Я почистил все кирпичи, все, которые занес. Все 500 штук. Да ладно, шучу. 100 штук получилось. Вот так вот. Время ночь. Еще сколько там кирпичей чистить? Очень много. Так вот. Затащил еще 500 штук, и уже это, домой пора, а то совсем темно уже, ночь, совсем ночь уже, все, домой. Я раньше тоже думал, как можно кушать майонез с вареньем. Да ничего, просто отлично. А вы попробуйте на голодный желудок. Залетит только так. Вообще вкусняшка. Так, ну что, доброе утречко. Кирпич у нас растаял, который вчера занесли. И продолжаем чистить. Чистить, дочистить. Какой я лентяй, оказывается. В прошлом году всю зиму на санках возил вот все кирпичики. Всю зиму возил. А в этом году я разобрал
и перевез все кирпичики на УАЗике за 3 дня. Вот какой я лентяй, оказывается. Няша, ты что испортишь раньше времени, Няша? Вообще уже. Шарики, фанфарики, циферка 12. Айда, слазь. Слазь. Иди сюда. Няша, Няша, сказали же, Няша. За шиворот накапало. Блин, трындец. Мокренько. Толщина кладки кирпича, которую я привез, 1,5–2 сантиметра. Вот я вот это выложил, да? Печку под казан выложил. Где я научился класть так? Где я научился? Нигде не учился. Я первый раз это делаю. Прошлое видео снимал, снимал. 4 дня. Работал, работал. И набрала меньше всех просмотров. Нафиг надо. 5 минут и хватит вам. Раствор тут нормальный. На этом кирпиче. А сам кирпич не очень. Раствор нормальный. Это просто на видео так кажется, что так легко ломается. Итак, ну что, снова у нас здесь чистенько, причистенько. Вчера я вынес 7 ведер почищенного раствора, а сегодня 8. Это ж сколько мне еще раствора-то надо, чтобы выложить печки? Дофига, трындец. В общем,
почистили где-то 200 с лишним кирпичиков. 210-220, может. Вот так вот. И еще сколько-то почистим. И еще много почистим. Штук 500 еще почистим. И потом начнем класть, ложить, положить, наложить. Вот так вот. И получается на этом все новости. Пиши комментарий, ставь лайк. Подписывайся на канал, если хочешь. Всем добра, всем пока. До свидания.